Бүгін Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мұрзияев Шанхай Хамкорлик Ташкилотыға аза давлатлар рахбарлары кенгешінің видео анжуман шакілді болып өткен набатаге мәжлісіда іштірак етті. Россия Федерациясы раислігіді өткізілген ұшбу үкірашу күн тартыбыдан яңге глобал хатар ва тақтитлерінің күчайшы шарайтыда Шанхай Хамкорлик Ташкилоты дайрасыдаге көп қырали хамкорликні янада мустахкемләш масалалары орын алды. Шанхай Хамкорлик Ташкилотының Россия Федерациясы президенті Владимир Путин раислігіді өткен иғылышыда Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мұрзияев, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Qirg'iz Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vaziri Sadir Japarov, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart To'qayev, Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi ishtirok etdilar. Bundan tashqari sammit ishida Shanghai hamkorlik tashkiloti huzuridagi kuzatuvchi davlatlar vakillari, Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Ashraf G'ani, Mo'g'uliston prezidenti Xaltmagin Batulg'a, Eron Islom Respublikasi prezidenti Hasan Ruhoniy, Belarus Respublikasi bosh vaziri Roman Golovchenko hamda Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Vladimir Norov va Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijroiy qo'mitasi direktori Jumaxon G'iyosov qatnashdilar. Uchrashuv kun tartibiga muvofiq yangi global xatar va tahdidlarning kuchayishi sharoitida Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Sammitda davlatimiz rahbari nutq so'zladi. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан господину Мирзиёеву. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, сердечно приветствую всех участников саммита Шанхайской организации сотрудничества. Искренне признателен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию нашей встречи. Хочу особо подчеркнуть высокую эффективность российского председательства в ШОС, несмотря на все сложности, вызванные пандемией. Без сомнения, документы, подготовленные сегодня к рассмотрению, будут способствовать дальнейшему укреплению роли и авторитета нашей организации в мире. Рад видеть уважаемого Садыра Нурхаджаевича Джапарова на нашем саммите. Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному развитию и благополучию. Мы также приветствуем договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорного Карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии Российской Федерации. Выражаем надежду на скорейшее восстановление мирной жизни и стабильности в этом регионе. Уважаемые коллеги, сегодня ШОС находится на принципиально новом этапе своего развития. Пандемия, повлекшая за собой резкое сокращение торгово-экономических связей, спад производства, рост безработицы, крайне негативно влияет на динамику нашего развития. Наряду с этим обостряется военно-политическая ситуация в отдельных регионах мира. Усиливается противоречие на межнациональной и межрелигиозной основе. Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем сохранения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия и учета интересов друг друга. Сегодня как никогда важно укреплять Шанхайский дух – это уникальный опыт многостороннего сотрудничества, являющий нашим общим достоянием и выражающий наше стремление к совместному развитию, уважение к многообразию культур. ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас. Для этого важны взаимная поддержка, совместный поиск компромиссов по ключевым вопросам нашей повестки дня. Именно такой подход становится сегодня главным условием обеспечения безопасности, устойчивого развития на пространстве Евразии. Это отвечает интересам народов наших стран. Уважаемые участники саммита, позвольте коротко остановиться на нашем видении актуальных задач
ШОС. Первое. Особое внимание требует вопросы усиления сотрудничества в сфере экономики. Наша главная цель – оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации. Уверен, что самым эффективным способом ее достижения является реализация совместных антикризисных программ, предусматривающих устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение таможенных процедур и их гармонизацию и цифровизацию, развитие электронной коммерции между нашими странами, поощрение взаимных инвестиций. Предлагаю вместе выработать новые, в том числе нестандартные подходы, о чем сейчас подробно, Владимир Владимирович, вы сказали, что на самом деле, когда мы говорим о гуманитарных своих целях, а дороги закрываем, это нас очень много беспокоит. К развитию наших торгово-экономических и инвестиционных связей в условиях пандемии, они должны стать основой плана ШОС по реализации программы торгово-экономического сотрудничества. Жизненно важное значение имеет разработка конкретных мер по реализации программы сотрудничества в области продовольственной безопасности. Выступаем также за принятие программы стимулированной промышленной кооперации между деловыми кругами наших стран. Второе. Пандемия ускорила процесс цифровизации. Информационные технологии становятся драйвером экономического роста. Предлагаю разработать программу ШОС по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения, подготовку профильных специалистов на основе согласованных учебных программ. Считаем своевременным принимаемым сегодня заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики. Третье. В нынешних условиях важно направить совместные усилия по поддержке нуждающихся слоев населения и сокращению бедности. Для координации нашего взаимодействия в этой сфере считаю необходимым создание механизма совещания глав министерств и ведомств, ответственных за борьбу с бедностью. Предлагаю разработать программу сотрудничества государств-членов ШОС в этом направлении, а также провести в Узбекистане международный форум для выработки согласованных мер по ее реализации. Уверен, что в реализации этой инициативы был бы полезен успешный опыт Китайской Народной Республики. Четвертое. Весьма важно расширить совместное противодействие новым вызовам и угрозам здоровью населения наших стран. Сегодня человечество сталкивается с ранее неизвестными инфекциями. Борьба с ними становится частью нашей повседневной жизни. В этой связи мы приветствуем принятие на сегодняшнем саммите комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемии. Важно обеспечить его практическую реализацию, наладить действенный информационный обмен о распространении опасных инфекционных заболеваний. С целью налаживания эффективного взаимодействия между профильными клиниками наших стран предлагаем создать сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии. В рамках этой сети могут быть реализованы взаимовыгодные проекты, направленные на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, организацию деятельности совместных отрядов врачей и, самое главное, их подготовку. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем нашим партнерам, прежде всего России и Китаю, за оказанную Узбекистану большую помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии также возрастает необходимость внедрения в здравоохранение новых дистанционных технологий. В этой связи считаем целесообразным разработать концепцию сотрудничества в области телемедицины. В концепции важно предусмотреть обучение врачей методам телемедицины в лечении широкого спектра заболеваний, а также обмен передовым опытом в данной сфере. Пятое. В современных условиях угроза терроризма, экстремизма и наркобизнеса не только не ослабевает, а усиливается, приобретает новые формы, возрастает роль информационных технологий, социальных сетей, вербовки, радикализации молодежи, финансирование террористов. На этом фоне повышается востребованность, адаптация РАЦ-ШОС к решению принципиально новых задач
по обеспечению безопасности на пространстве организации. В этой связи считаем необходимым разы повысить частоту рабочих контактов компетентных ведомств, разработать новые механизмы взаимодействия. Важно обеспечить регулярное обсуждение текущей ситуации, согласование совместных мер по противодействию вызовам и угрозам, в том числе в информационном поле. В конечном плане от этого будет зависеть наш общий вклад в укрепление мира, стабильности в обширном регионе ШОС. По всем указанным направлениям предлагаем активизировать взаимовыгодное сотрудничество со странами-наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями. Уважаемые главы государств, сегодня как никогда важно не упустить исторический шанс по достижению долгожданного мира в Афганистане. Безопасность и мир в этой стране должны рассматриваться как важная составляющая стабильности и экономического процветания всего обширного ШОС. Благодаря усилиям мирового сообщества, в том числе стран ШОС, в Афганистане наметились обнадеживающие перспективы мирного урегулирования конфликта. Важно объединить усилия для поддержки этих позитивных сигналов продвижения к миру, оказания экономической помощи афганскому народу. Убежден, что мирному устойчивому развитию этой страны также будут способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы. В этой связи мы выступаем за скорейшее разработку и принятие плана практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках контактной группы ШОС-Афганистан. Новые перспективы для всех стран ШОС открывает инициатива строительства транспортных коридоров, которые могут вернуть Афганистану его историческую роль соединяющего моста между Центральной и Южной Азией. Эти и другие вопросы предлагаем обсудить в апреле 2021 года в Ташкенте на международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности». Наряду с этим хотел бы предложить провести в следующем году, преддверии 20-летия образования нашей организации, международную конференцию «Роль ШОС в системе международных отношений». Уважаемые главы делегации, позвольте также поздравить президента Таджикистана Эмомали Шарифовича Рахмона с принятием председательства ШОС и пожелать больших успехов в выполнении этой почетной и ответственной миссии. Благодарю за внимание. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить президента Мирзиёева за его выступление. Ряд важных моментов хотел бы отметить. Во-первых, считаю важным и актуальным предложение президента Узбекистана принять программу цифровой грамотности в России. Существует ряд программ в этой сфере, в том числе в рамках развития цифровой экономики. И мы точно, совершенно, абсолютно было бы полезно, можем обмениваться информацией и организовать совместную работу. Что касается вашего предложения создать сеть медицинских учреждений, то это тоже очень актуально и важно. Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами и наладить систему подготовки кадров, во всяком случае, в тех странах, которые в этом нуждаются. Ну, а что касается продвижения идеи и определения роли ШОС в системе международных отношений, это очень актуально, особенно в связи с предстоящим юбилеем нашей организации. Благодарю вас за ваше выступление. Tashkilotga a'zo kuzatuvchi maqomidagi davlatlar delegatsiyalarining rahbarlari ustuvor yo'nalishlarda ko'p tomonlama munosabatlarning bugungi holatini tahlil qilib, ularni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres sammit ishtirokchilariga video murojaat yo'lladi. Sammit yakunida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining Moskva deklaratsiyasi qabul qilindi. Hamda tashkilot doirasidagi o'zaro manfaatli, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan hujjatlar to'plami imzolandi. O'zbekiston tashabbusi bilan sammitda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining raqamli iqtisodiyot sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bayonoti qabul qilindi.